Зинаиде Дмитриевне 81 год. Из них более 20 лет она живет на улице Партизанская в станице Анапской. Каждый год, рассказывает пенсионерка, ей приходится сталкиваться с одной и той же проблемой. Во время дождей вся вода с соседних улиц оказывается на дороге перед ее домом. Почва такая или что? Но стек, вы понимаете, здесь посмотрите, какой склон. Поэтому все уносит. В начале прошлой недели на прием главы в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана была приглашена Зинаида Долового. Ее сын погиб, исполняя интернациональный долг. Со своей проблемой она обратилась к Юрию Полякову. Глава решил лично посетить пенсионерку и разобраться с ситуацией на месте. Сразу после осмотра Краснодарской и Партизанской дает поручение ситуацию взять на особый контроль и провести на улицах ряд восстановительных работ. Давайте так и сделаем, как мы говорим. А мы здесь хорошо насыпем. Мы оприкатаем. Да, и прикатать надо. Может, хорошо. И здесь надо будет чуть-чуть его катком прямо прочистить и потом прикатать. Поручение ЖКХ. Все работы на этих объектах планируется полностью завершить до конца апреля. Руслан Душевский, Анапа, регион.